Вот тебе повезло, что тебе еще, видимо, на меня так начиналось, я еще не вообще не вижу, что приятно. Не, Владимир, это тебе повезло. Я как раз когда суетился, здесь бегал, со столами решал, переживал. Штрафов надавал. Да толку мне штрафов. Я не помню там про штраф. Москву я начал играть. А, да, один штраф. Штрафов надавал. Ну вот, тем не менее, да, потом как доворола на меня, и все. Конфетка приварилась. Хорошо идет, а вот это решал. Сейчас вот народную медицину включил, ну, пепел. Правильно, надо на зародышевом стадии уничтожать болезнь. Нифига, как ты такие шары выцеливаешь? Я пробовал даже бить не стал. Ну, видишь, как бы играл через лоб, старался, но сложно. Да, шар непростой. Вот надо какие удары использовать. Французов? Это не французов. Накат? Прокат. Прокат. Да. Винта не хватило. Низко надо долго. Ай, вот это шар! Блин, красота! Павел, потом я тебе его вырежу, скину красиво. Да, вот да. Thank you.
Четыре вылазки? Да. Было.